Ребята, смотрите, кого я встретил. Hello! Лёня, самый позитивный. Здорово, вокалист, брат. Самой позитивной группы Chip and Dale. Awesome peace. Лёня, ждёт! Как тебе жилось в тюремке, Лёня? Это группа, да, песенька! Братан, спасибо! Ребят, сдуб шиздуб! Ура! Всем привет! Как я говорил, я приехал в одно очень интересное место. Это город Лида. За мной находится замок. В него я не пойду. Я думаю, что это задача канала Ян Ларос. Как и город сам, я вам показывать не буду. В общем-то, ближе к делу, мне позвонил мой приятель Иван Мурару. Это звукорежиссер группы «Издоб Шиздуб». Здесь на этот пивной фестиваль, Литбир называется, будет выступать два хедлайнера, Трубецкой и «Издоб Шиздуб». Иван позвонил, говорит, приезжай, поработаем с группой, пообщаемся и так далее. Народу вроде тут много, пахнет шашлыками, очень вкусно. Ну, буду вам показывать только яркие кадры.
я нашел сцену, сейчас подойду к ней. Иван должен был предупредить, вернее, сказал мне, что предупредил, что я приеду, организаторов. Сейчас я приду, посмотрю. Говоря, мы уже нашли сцену. Иван еще не приехал, сейчас встретят организаторы. А они сразу поедут в гостиницу, он сказал, а потом приедут сюда, я его буду ждать здесь. В общем, я подошел к ребятам. Да, Иван говорил, что я приеду. Сейчас начнется торжественная часть. Саундчек у Сдоб-Шиздуб будет 1:30, поэтому мне здесь пока нечего делать. Я слышу, там еще есть сцена поменьше. Какой-то барабанщик, видимо, чекается. Сейчас сходим посмотрим, что там происходит. Нам выпала честь открывать концерт на малой сцене. Сегодня мы исполним для вас наши лучшие песни, а худшие не будем исполнять. Следующая песня посвящена нелегкой жизни бездомных животных, поэтому если сегодня увидите котика или собачку, покормите чем-нибудь, им будет приятно очень сильно. Пацанов железо херачит так, что можно обосраться, затыкая уши. Да и вокал херово слышно, но это их проблемы. Мне только что Иван написал смс-ку и говорит, что у них будет без саундчека, говорит, жесть. Сбилось расписание и саундчека у группы Сдоб-Шиздуб не будет. Ну, будем видеть, будем выступать под ногой, так сказать. Под ногой будем настраиваться. Ребята, смотрите, кого я встретил. Леня, самый позитивный. Здорово, вокалист самой позитивной группы, Чип и Дейл. Потом пись. Че, тут выступать будешь? Да. На какой, на малой сцене? Да, 14:30. А 14:30? Вот, я подойду. Все, подбегай. Я такого
В жизни не видел, блядь. Не, я видел, ты по телеку видел, блядь. Слушай, после удовольствия. Не, давай сейчас. Чуть экшен. А? Вот там вот смотри. Давай, еще за автобусы не все. Я не просто... Да. Окноград. Окноград. На Лидском, блядь, фестивале пиво. Над столешкой, да. Что оно там? Своих работников снарядит там. Это шума, которая приехала. А ну иди сюда. Все, вперед. Окноград, самый лучший. Ленька начал рекламировать окна. Если он крутится. Скажи, что такое. Окноград! Я ваш друг, и я не враг. Покупаем окна ПВК. Заказываем, ребята. Что рекламируешь? Окноград! Окноград! Вы не ошиблись с фестивалем, случайно, с окнами? Говорит, Окноград, я ваш друг, а не ваш враг. Виноводы. Вы же заплатите чуваку. Леня, вылазь из этого теремка. Нет, меня узнали даже в этом дебильном костюме, понимаешь? Как тебе жилось в теремке, Леня? Я могу пойти побегать. А мы... Мы бежали, да. Да, есть такого. Мы бежали на ваш концерт, потому что мы его опоздали. Да, сейчас будут Шкарлетты выступать, просто не будем мы. Вот, мы бы даже приехали за вами. Не так, спасибо. Ну, все будет за это настоящее. Может, пойдем потихоньку. Как тебе в теремочке жилось, скажи, пожалуйста? Зашибись, вообще весело. На самом деле, прикол в том, что даже в этом дебильном костюме меня даже узнали. Вот. Это, по-моему, нереальная штука. Вот. Скажу, свадьба, юбилей, похороны. Свадьба, Леня, все вольнет. Свадьба, проводы Кристины, поздравления, комплименты, жизни, лучшие моменты специально для вас. Радио, турбо-шансон. Леонид, спасибо, да. Вот. Ну, а смысл-то в чем, блядь? Есть у меня в этой коробке ебущей, которая, блядь, с под окон ПВХ. Девчата походят в эту шкварку, вглядываются. Леня? Узнали. Пиздец, блядь, понимаешь? Вот это, блядь, уровень. Грубо говоря, меня одели просто по голосу узнают. Это реально приятно. Это ну, реально. Это да. Ну да, вы что, не знаете, где сцена, ёб... Юбнейл! А, Говорчёва, брат! Когда? Вот последний сразу. Все, мы идем. Все. Пошли. Отдает от стенки, а вы туда пошли. Сейчас будет выступать группа Чип и Дейл. И мы идем уже на сцену, заканчивает последняя группа выступления. Сейчас будем начинать уже тогда выступать. А под ноль нормально, по монитору вроде вышли еще. Ну, в принципе, но. Так, вот там пока будет демонстрация. Ребята, дорогие друзья, сегодня, помимо того, что мы выступаем, мы всегда любим дарить подарки. Поэтому у нас сегодня подарков будет всего лишь 4. Вот, и мы их объявим в конце концерта. Вот, у нас время просто ограничено, поэтому, ну, извините, так получилось. Много групп, много хороших тем. И я рад объявить то, что наконец-то мы выступаем на фестивале. Ребят, все было плохое зрение, сейчас оно восстановится. Буквально с одной песни. Возьмись. Телефон возьми. Я и только, и твой прочь.
Нет на свете лучше зверя. Теперь я кормлю лося. Да-да, да-да. Нет на свете лучше зверя. Зверя нет. Yeah.